Кис, Шамилю рот, по сути, и делать то, о чем он просит, это низко. Бонжур, ёпта! Разрешите вас повернуть? Это, конечно, низко, но мне нужны деньги. Серьезно, с чего это вдруг гопник стал благородным? Внезапно пустился в морализаторство. Побить девушку за измену для четкого пацана с района — точка осознания, что бить людей плохо, низко? Вы, блядь, серьезно? И если подобное в характере персонажа было всегда, то что вообще связывало его с Кисой? Что за бред? Это работа для уродов. Если бы мы ее сделали, мы бы ими стали, понимаешь? Хочешь проснуться утром, подойти к зеркалу и увидеть там мудака, который еще вчера изуродовал жизнь человека, и за денег стать гнидой? Тогда зачем? Ради чего? Жумапель харчок, бля! Че, не позвонил? Да это... С чего ты, блядь, здесь оказался? Я, конечно, понимаю, что вы хотите показать интересные виды, но это нужно как-то оправдывать. Подобное будет случаться не раз. Красивые сцены сменяют друг друга без какой-либо связи. И герои буднично начинают диалог. Если вы спросите, как они друг друга находят, а им сердце подсказывает. Гоп-гей-клык, а? Ну вы поняли. Блютуз типа. Да пошли вы, а? Интересно, а в целом, как авторы оправдывают съемки этого фильма? Кому он нужен? Ребятам, которые еще не понимают, чем они хотят заниматься. И, может быть, этот фильм поможет им не совершать ошибок, которые совершают персонажи. Запомните, макияж и мужики доведут до цугундера.